Алексей Иванов. Тобол. Главное литературное ожидание года. Грандиозный исторический эпос. От автора романов «Золото бунта», «Сердце Пармы» и «Географ глобус пропил». Сибирь. Эпоха великих реформ Петра I. Нарождающаяся империя крушит в тайге воеводское средневековье. Все, кто были званы в Сибирь, проверяют, избраны ли они этими вольными краями. Беглые раскольники воздвигают огненный корабль. Русское войско идет за золотом в далекий город Яркент. Пленные шведы и бухарские купцы. Православные миссионеры и китайские контрабандисты. Непримиримые каторжники и упорные зодчие. Все они вместе, враждуя или спасая друг друга, творят судьбу Российской Азии. Грандиозный сибирский эпос. Алексей Иванов. Тобол. Грандмастер представляет продолжение бестселлера «Сад бабочек». Роман Розы Майя, Дод Хатчесон. Новая история о коллекционере. Он срывает жизни юных и невинных точно майские розы. Невероятное напряжение, драматизм и саспенс.
Розы Майя. Дот Хатчесон. На страницах веселые задания. Девчонки, это коллекция книг. С каждой книжкой еще интересней. Книги «Сказочный патруль» от Олега Роя. Волшебная серия. Спрашивайте в книжных магазинах. От автора бестселлера «Кофейня». Книга Вячеслава Праха о настоящей любви. «Отель». О жизни, наполненной нечаянными радостями и маленькими трагедиями. Случайная встреча с Пабло Пикассо навсегда меняет судьбу начинающего художника. «Отель» уже в книжных.